Внимание, все замрите. Мне рассказывали, что один человек в Техасе улыбнулся, когда его фотографировали. Да ладно, ты врешь, что, серьезно? Я... Мы как раз на той неделе об этом говорили, это правда? Я не знаю точно, я просто слышала, может и врут. Да, это точно, но вранье больше похоже. Хорошо, а теперь замрите. Ты так каждый год! Что не ярмарка, то покойник какое-то, проклятие! Правда? В прошлом году было две перестрелки, поножовщина, сцена провалилась, кто-то утонул, и еще налетели индейцы. Черт, вот индейцам чего всегда не имется? А кто их знает? Мы же земли с ними поделили пополам, давно и честно. Да они эгоисты.